пригороде Артемовска Александр получил огнестрельное ранение в сердце. Успел добраться до блиндажа, но рана оказалась смертельной. Награжденные орденами мужества посмертно. Александр Питанов, Иван Масликов, Алексей Косихин. Все выпускники разных лет Барнаульской школы номер 118. На ее территории открыли аллею памяти военнослужащих, погибших на СВО. Герои живы вот до тех пор, пока их помнят. А их в школе 118 и у нас в городе Барнауле будут помнить всегда. В торжественной церемонии приняли участие школьники, учителя, родные и близкие погибших, представители Общественной палаты Алтайского края, комитеты по образованию города Барнаула, Барнаульской городской думы, администрации индустриального района и руководители общественных и ветеранских организаций. Эта аллея в том числе и для учащихся школы, чтобы учащиеся видели нашу ответственность взрослых, чтобы видели нашу солидарность, нашу сплоченность, наше единство. И мы для них являемся примером. Память павших почтили минутой молчания. Идея создания мемориала на территории новосиликатного микрорайона исходила от самих жителей и выпускников школы 118. Кроме того, к сбору средств на объект подключились предприниматели, общественные и коммерческие организации. Это надо не мертвым, это надо живым. И очень важно, что на мероприятии присутствует очень много школьников. И в участии открытия принимали как раз очень много детей. Потому что именно через такие мероприятия передается та значимость и та важность всего, что делают наши ребята сегодня за ленточкой. И вот эта сопричастность, она в наше время, она крайне важна. За вас, кто ушел страну защищать, за вас, кого больше не встретит мать. Юлия Щепина, «День с толком».